Жилищное законодательство предусматривает три способа управления многоквартирным домом. Первый способ – непосредственное управление в доме, количество квартир в котором составляет не более чем 16. Второй способ – управление товариществом собственников жилья, либо жилищным кооперативом, или иным специализированным потребительским кооперативом. Третий способ – управление управляющей компанией. Наемная коммерческая организация оказывает услуги по управлению многоквартирным домом. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Если собственниками помещений в доме не выбран способ управления домом или если принятое решение о выборе способа управления домом не было реализовано, орган местного самоуправления проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления домом.